в той мере, в которой человек способен за счет поддержки общества. На это он не способен сам. За счет поддержки общества углубиться, вкопаться как можно глубже в свой эгоизм, пускай это будет даже неприятно, перетерпит, но он готов раскрыть, насколько он обратен добру, и он приходит к отчаянию, и тогда из всех этих выходов, падений и из подъемов, как сказано, из Циона, из выходов выйдет Тора, выйдет свет. Та основа, на которой выстраивается святость, основа эта неприятная. Это основа, которая вкапывается в фундаменте, входит в нашу глубь, в нашу тьму, осознавая, насколько мы обратны, насколько мы эгоистичны. И только те, кто способны это перетерпеть и методически готовы. Все это происходит посредством того, что выстраивает рядом с собой окружающее общество, в которое готов вложиться. И они готовы поддерживать его. Тогда у этого человека есть силы, и он не боится копать внутрь себя и идти вперед. Тогда он строит, требуя через группу свет, возвращающий к источнику, который выстраивает его.